Йоу, мужчины и девчата, ровно 80% подписчиков не подписаны на мой канал. Давайте исправлять это недоразумение, чтобы не пропускать мои самые вкусные новые видеоролики. Всем спасибо, кто подписался, ну а мы приступаем к видеоролику. И всем привет, дорогие друзья, с вами Хагань на связи, и сегодня я вам хочу рассказать очень важную и интересную информацию, от которой вы будете сейчас в шоке. Я думаю, то, что вы будете в шоке 100%. Ну а перед тем, как мы приступим к видосику, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите комментарий. Ну а мы приступаем к видосику. Анет у нас выпустил наконец-то квесты Санбира с гольфом. У нас в игре сейчас новые квесты гольфа. До сих пор не знаешь, где взять качественный и очень хороший улей, то я тебе, в принципе, расскажу о группе BeeSwarm Info. Данная группа рассказывает о том, как можно получить себе максимально хороший улей. Для этого тебе просто нужно зайти в описание, либо в закрепленный комментарий и перейти по ссылочке, которую я, в принципе, для вас оставил. Данная группа вас всех ждет, поэтому обязательно переходи и приобретай тот улей, который ты хотел всю жизнь. Говорю сразу, это максимально позитивная группа, и тебе понравится каждый раз там находиться. Так что тебя ждут, переходи. Но это было BeeSwarm Info. Мы приступаем к ролику, ребят. Я, наверное, вас сейчас обрадовал очень сильно, но, к сожалению, к огромному сожалению, это не так. У нас квесты не вышли еще с гольфом продолжение, но это будет 100%, потому что Анет не зря написал в своем дискорд-сервере, в своем, то, что ждите новый контент. Не зря он это написал. У нас будут квесты с Санбиром, с гольфом. Продолжение нашего замечательного и интересного гольфа. Я считаю, это очень прекрасно. Совсем скоро, я надеюсь, выпустят Анет уже это обновление. Скорее всего, оно выйдет примерно через недели 4, ну, точнее, через месяц. Я думаю, через месяц выйдут у нас эти опять квесты с продолжением гольфа. Это будет замечательно, очень классно и очень познавательно. Все будем гацать в этот гольф, все будем отдыхать и получать отличное настроение от этих квестов с гольфом. Но следующий видосик обязательно я сделаю про прохождение квестов в гольф. Это 100%. Так что все ждите видосик, как я прохожу квесты с Санбиром. Мы их с вами пройдем. Я вам все покажу, как пройти, как собрать самые надоедливые, самые жуткие эти квесты. Самый первый. Вот самый первый квест — это неприятный, где надо собрать 50 токенов бин багов. Сейчас я их... Вот. Нет, где квесты? Вот. Вот эти бин баги. Токены. Сейчас я вам покажу, что за бинбаги, если кто-то не знает. На счет 3 у вас появится на экране. 1, 2, 3. Я расскажу вам, как собрать все 50 этих токенов быстро. Вообще, расскажу про все эти 6 квестов, как их пройти быстренько. На моих ошибках я вам все покажу, как надо проходить и как не надо проходить. Как надо быстро все пройти и просто получить топовые награды. Я думаю, все гонятся за этим стикером, за супер смузи одним и за 5 маршмеллоу би. 100% все хотят их, эти квесты собрать как можно скорее. Но следующий видосик обязательно у нас будет про это, как я прохожу эти все 6 квестов. На данный момент у нас всего их 6. Но совсем скоро, как я вам уже сказал, то, что у нас выйдут новые квесты с Санбиром, с гольфом именно. Не просто новые квесты, а именно гольф. Так что все с вами ждем, чтобы Анет поскорее это выпустил. И следующий видосик ждите завтра, там, где я буду вам показывать, как пройти эти все квесты. Ну, но я надеюсь, то, что до завтра я их все пройду и вам все покажу. Ну а в принципе я вам рассказал все, то что хотел, свою мысль я вам сказал, то что у нас будут новые квесты Санбира с гольфом именно, не просто новые квесты, это уточнение, а с гольфом. Так что все завтра обязательно ждем, как я прохожу квесты Санбира, видосик на канале будет. Если не будет завтра видосика, я вас оповещу в телеграм-канале. Ссылка будет в закрепленном комментарии, так что все подписываемся и ждем выхода видосика.
Ну а с вами был Хагайн на связи. Встретимся с вами завтра в следующем видосике. Обязательно все приходите. Всем до встречи и всем пока-пока.